Муж? Подожди, это вот я с внуком. Как зовут? Петр. Кого? Питер Паха. У меня отец, я Петровна. Снял? Угу. Вот. А теперь вот мой внук взрослый. Может, тоже поет уже, нет? Ну, поет какие-то там песенки, которые положено петь 2,5 года. А мама его не поет все-таки здесь? Поет, поет, поет. Она сейчас поет в русском ансамбле. Где? Да. Там у них в Силикон Вале там ансамбль такой русской песни. И они выступают где-то. Там все. Выпустили диск. Да. И такая. Нет, еще нет. Просто листаю. Листать? Ну, это маленькое, это вот я сижу. Здесь. Мужей тут нет? Мужей здесь. Это я на чешском, на чехословацком телевидении. Вот это вот. Сейчас положу как-нибудь поудобнее. Вот сядешь. Хорошо, вот так вот отлично. Так? Вот. Это у меня все какие-то любительские снимки, которые снимали из зала или из-за кулис. Вот. 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 Ночью где-то на стадионе. В свете фонарей. Это период работы в Ленинграде, когда я работала у Павла Васильевича Рудакова. Это вот огонек, тот самый «Будет солнце или буря», где я пела, снимали. А эти фотографии мне прислали, кто-то по почте прислал. Вот мы сняли прям с экрана, прислали мне. Вот Павел Васильевич Рудаков, это его партнер Лавров. А вот я сижу. А эта певица такая, Стрелкова у нас была, русская певица. Давай немножко перестаю, чтобы посмотреть. Саша, подожди, что больше нам показать? Подожди. Она как-то и на него, и на меня. А у него сколько детей сейчас? Немерено. Не знаю. У него две дочки сейчас растут, маленькие. Ну и твоя дочка с ними тоже нет? Нет, конечно. Нет, нет, ну какие сестры. У него жена ровесница дочери. Вот моя сестра, народная СССР. Была, да, актриса в Саратовском театре драмы работала. Народная СССР, лауреат госпремии. И она премии Станиславского, и все что угодно. Вот она обладала и честолюбием, и вот концерт вот с Бруновым. Вот концерт, где Брунов объявляет. Вот здесь вот это, господи, Островский Аркадий Ильич. Вот он сидит, аккомпанирует. Саша, останови пока.